Хватит жевать, давайте выпивать. Не помню, когда я последний раз прям покупал сок без водки. Премиум, блять, эдишн. Сок премиум эдишн. VIP. Richie Beautiful on Diamond. Элитные соки, блять. Здравствуйте, друзья! Канал Завали Едальник, меня зовут Василий. Все как обычно, мы пробуем какую-то дичь. Ну, сегодня у нас соки. Хватит жевать, давайте выпивать. Слоган сегодняшнего выпуска. Но выпивать будем безалкогольную продукцию. Яблочные соки у нас сегодня. Купили 5, на мой взгляд, наверное, самых популярных марок. Вы, естественно, напишите, а где какой-нибудь там Денис Давыдович? Я не знаю. Короче, пишите, если у вас есть какие-то соки, которые вы прямо сильно хотели узнать их состав, то пишите. Тут нет моей семьи. Ну и хрен с ней, нету и нету. Это все еще раз соки. Тут нет нектаров, нет напитков на основе сока. Тут 100% яблочные вот все вот эти сока. Для меня, если честно, со студенчества проходит по разряду запивона. И я вот не помню, когда я последний раз прям покупал сок без водки. Ну, правда, я давно не покупал соков. Ну, давайте попробуем. Вдруг я его полюблю опять. Первое, это сады Придонья. Компания, насколько я знаю, с хорошей репутацией. Самый дешевый образец. 100 рублей. Ровно 100 рублей. И тут честный литр. Добрый. Добрый всегда считался таким себе сачком, если уж совсем прижимает бюджет, взять мою семью или добрый. Тут вот написано 7,5 яблок в этом пакетике. Стоит 110 рублей. Ну, на 10 рублей подороже не критично. Дальше соки, которые всегда считались более-менее элитными. J7. Осветленный, без добавления сахара, 100% сок. И, короче, вот тут начинается такое мягенькое кидаловце, потому что тут меньше литра. Тут 0,97. Короче, какое-то тут крохоборство мерзопакостное, не знаю, ну блин. И стоит он 148 рублей. Ну, яблоки ж одни и те же наверняка. Или разные, или как, я не знаю. Сейчас попробуем, узнаем. Вдруг они вообще ничем друг от друга не отличаются. Рич, 150 уже рублей, то есть нормальненько так. Тут написано «благородное яблоко», написано 100%. Хороший вкус чувствуешь сразу, сейчас все узнаем. Чувствуешь ли его сразу и хороший ли это вкус, объем 1 литр, все по-честному, без обмана. А дальше вообще комбо, то есть он самый дорогой, он меньше литра и он я. Сок яблоко премиум эдишн. Премиум, блять, эдишн, сок премиум эдишн. VIP. Richie Beautiful on Diamond. Сука. Элитные соки. 163 рубля. 163 рубля за пачку гребаного сока. Почти килограмм курятины. Сейчас разольем по стаканчикам пронумерованным. Я попробую все и скажу, какой хороший, какой плохой. Или может они все хорошие. Ну что ж, вот оно, честно говоря, все одинаковое. Пятый посветлей, остальные вообще как из одного пакета. Ой, сейчас веселый будет ролик, чувствую, все обхохочутся. Первый пахнет яблоками. Внезапно. Яблочный сок, кто бы мог подумать. Ну, ничего пока не могу сказать, ну, сок нормальный. Сейчас сравню и будет все по-другому, но второй пахнет яблоками и как будто медом еще. Покислее, он кислый. Этот вот сладкий и чувствуется вот яблочность. Этот вот кислый прямо. Я вот больше люблю покислее, поэтому, пожалуй, я поставлю его сюда. Ну, это опять-таки начинается чистая вкусовщина. Если вам нравится более сладкий сок, то берите первый. А если более кислый, то берите
второй. Ну, оба их можно пить. Я не скажу, что оба прямо они какие-то... Какой-то из них плохой, какой-то хороший. А тот чуть не очень. Как будто разведен водой, и как будто все-таки бухнули сахара. Вот третий что-то мне не зашел. Не сказать, что он отвратительный, но, по-моему, он хуже предыдущих вариантов. Номер 4. Вот это какой-то ускользающий вкус. Ну, наверное, самый водянистый. Но мне понравился больше, чем третий. Сейчас бац, сады Придонья на последнем месте, окажется. Вот прикольно будет. А все так любят сады Придонья, и меня, конечно, порвут в комментариях. Ну, блин, честно, я не знаю, что это за соки. Вот как я говорю по своим ощущениям. Ой, вот это очень хорошо пахнет. Прямо яблоком так. Хороший, вот этот хороший. Ну, это, пожалуй, самый лучший. Сейчас я еще со вторым сравню. Да, вот этот прямо тут мощный такой яблочный аромат, при том, что он самый светлый. Вкус яблок именно. Пятый лучше, несомненно. Короче, мой личный рейтинг вот так. Давайте посмотрим, что на самом деле. Там, с одной стороны, никакой сенсации, с другой стороны, довольно интересно. Давайте пойдем с конца. Я не здесь. Я говорю про сок добрый. Сок добрый. Водянистый, и говорю, такое ощущение, я могу ошибаться, если что, чтобы меня в суд не подавали. Мое личное мнение, как будто все-таки не удержались и бухнули сахара туда. Есть у меня такое подозрение. Но он один из самых дешевых. J7, 148 рублей, очень водянисто, как будто опять-таки разбавлено водой, но я могу снова ошибаться. Возможно, это чистый натуральный сок, но вот что-то, короче, он жидкий какой-то. Может, яблоки плохие, я не знаю. Rich, хороший сок, чувствуется яблоко, чувствуется все вот эти дела, но третье место, потому что эти два мне понравились больше. Дальше идет я, самый дорогой сок. Мне он нравится кислинкой, вот для меня приятный. Он не приторный, он такой кисленький, это хорошо. Но, я вам честно скажу, сады Придонья кроют их как бы ковцу всех, потому что они тут реально, он ароматный, он вкусный, он классный сок. Вот эти до сих пор для меня запивон, а вот это, пожалуй, можно пить даже без какого-то алкооркестра. Чувствуется, понимаете, у яблока как бы не один вкус, их несколько. И вот тут они чувствуются все. Как будто ты вот жрешь яблоко. Это не реклама, к сожалению. К тому же он самый дешевый. Самый дешевый и самый вкусный. Ну, что тут вообще еще говорить? Сады Придонья офигенные чуваки, молодцы. Вообще так держать классно. Только уберите надпись без ГМО, бесит, вот реально бесит. А так все замечательно. Может, если вам соки заходят, пишите, про какие еще соки написать. Их же до хрена. Вишневый, апельсиновый, яблочный, томатный. Томатный. Хочется соков, пишите в комменты. Ставьте лайки, подписывайтесь на соцсети. Был канал Завали Едальник. Всех люблю, кроме некоторых. Пока.